Класс! Просто охренеть! Итак, капитан ушел в какое-то другое место. Мы идем дальше. Спустились вниз. Ну да. Давай тогда сразу утопимся в луже. А что? До сих пор умереть можно было от выстрела, от падения, от утопления. А теперь еще и от скуки? Эй! Ну, это самое лучшее. Что происходит? Че, капитан, что ли? Ладно, на. Пора спускаться в эту дыру. А, все, она слышит, как тот пират стрелял с пистолета. Сири, куда спуск? Ой, дура, у нас был план. Мы включаем генератор, ты вверху. А, кому я что рассказываю? Действительно, зачем? Это как дожить до рассвета тоже. Ой, а там что-то случилось. А давайте все вместе сходим, посмотрим. То же самое здесь. Не зря про противогазы это все было. Можно надышаться, и будет все хуже. Понятное дело, дышали уже все. Все без исключения. Вопрос лишь в том, что дышали ли мы много. По-моему, как раз таки Флис шла через... Закрыто. Шла через то место, где были машины, и, по-моему, там было много этого тумана. Будем называть его так. То есть, внутри было биологическое оружие в этих гробах, да? И оно распространилось. А почему оно, так интересно, дальше как-то распространилось по кораблю? То есть, за счет вот этих вот умерших? Так получается? Или сами люди, вот эти рядовые, все-все-все, умирая, стали переносчиками. Так как погибли все, людей тут много, погибли по всему кораблю, то, соответственно, весь, все это биологическое оружие... Ну, ничего не подсвечивалось. Биологическое оружие распространилось абсолютно везде. Походу, так оно и есть. Так, сначала назад. А, у тебя и фонарика нету, да? Замечательно. У нее вообще ничего нету. Так, воспоминания, точнее, почему я все время говорю воспоминания, картины, сработали, по-моему, все, абсолютно все, какие мы видели, и с плащом, и с призраком. Я назад не пойду. Сразу говорю. Фонарика ничего у нее нету. А что это за место? А мы, по-моему, тут были? Или нет? По-моему, призрак был у Брэда. По-моему. А, блин. Эти славные звуки корабля-призрака. Так. Тут мы прошли. А если пойти по... Ты можешь идти, нет? В смысле? Ну, иди. Посмотреть, что по той стороне. Вряд ли. Ну, что-то есть, конечно. Но попытаться стоит. Возможно, из-за фонарика, типа, фонарика нету, она не видит, что в темноте. Нет, то же самое все, абсолютно. Так, назад я сказал, не пойду. Там была дверь. Можно... Я думаю, дальше вот здесь, это основной ход. Нужно убедиться, что та дверь, она все-таки заперта. Так, пробуем. Зачем этот прикол делают? Ну просто не делайте, вы вообще не подсвечиваете эту дверь. Будет понятно, что она заперта. Вот как вот эти шкафчики. Все же шкафчики не подсвечиваются. И ты понимаешь, что ну значит не подсвечиваются, значит они заперты. Мне на это время тратить не нужно. Какой смысл это делать с дверьми? С дверями, вот так скажем. Новое воспоминание. Да что ж воспоминание, картина новая. Little Hope. Это что-то с игрой связано. Возможно, это какая-то другая история, то есть будет несколько же историй у этой игры. Потому что где-то я слышал. Либо вторая часть так называется, это типа отсылка. Так, я не пойму. По-моему, это все-таки призрак больше похож на Алекс.
на Алекса, чем на Брэда. Или они были разные. Один раз одно, другой раз другое. Читаем. В этот раз мне не дали почитать? Хотя, казалось бы, да? Не шумел, капитан убежал. Почему он так быстро прибежал сюда же опять? Всем старшим офицерам, результаты наших поисково-спасательных операций превзошли все ожидания. К сожалению, нам теперь не хватает взрослых гробов. Если вы найдете останки кого-либо из пробавших в районе ВВС очистной станции, вам, возможно, придется использовать для переноски маленькие гробы. Стараюсь читать быстро, потому что мало ли сейчас нападут. Видимо, это будет Хокинс. Бедняга, от него почти ничего не осталось. Понимаю, что это не лучшее решение, но, ребята, устроят ему подобающие похороны и окажут заслуженные почести, когда мы вернем останки домой. А пока что обходимся тем, что есть. Капрал Мур. Так, все, в принципе, всем старшим офицерам. Не хватает взрослых гробов. Поисково-спасательная операция. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Ой, ой, как много всего, много информации. И вот это вот воедино собрать все сложно. Но мы пытаемся. Понятно. С кулаками сразу. И? Место, где был брат. Куда прыгаешь, собственно? И почему ты туда прыгаешь? Ну, она здесь была. Если что, это заставка, я ничего не делаю. Типа туман есть? Там туда есть. Так, ВСД на месте. Назад! Ты слышишь? Эй, слушай меня. Ну, везде. Успокойся, ладно? И никто не пострадает. Отступить, напасть. Я отступаю! Видишь? Успокойся! Вряд ли он адекватный. Да молотком сбей, тише. Ну! Тише! Тише! Ты об этом пожалеешь! Ой, надо было напасть, походу. Зачем ты это делаешь? А зачем я ему подсказывал, как это сделать? Что? Это кто? Там какая-то девушка была со светлыми волосами. Я успел. Чисто мастер. Если что, я сейчас не буду читать диалоги, потому что... Потому что вот, видишь, я должен успевать. У него молоток, у меня даже ножа нет, даже фонарик даже чистит. А, все, это ты. Так, ой-ой-ой-ой. Помоги, дура! Ты что тупишь? Уходи оттуда скорей! Какой уходи? Напади хотя бы на него. Как я уйду? В своем уме? Надо было. Так, максимум, максимум концентрации. Сделай, пожалуйста, что-нибудь, да помоги ты как-нибудь, ну. Она тоже упадет, да? Беги хотя бы, беги, слушай. Не дерись. Не надо. Что? Дверь вторая, ну. И? Что происходит вообще?
Паника, да? Нет, рано! ВАСД, ВАСД, ВАСД. В... А, С. Я нажимаю, я стараюсь. Господи, тебе не хочется жить? Пожалуйста, меня ты не трогай. ВАСД. Все. Ох, как же напряженно сейчас-то было. Оно вроде все идеально. Боже правый, чудом уцелела. Я второй раз тебя спасаю уже, кстати, если не больше. А ты молодец. Впервые от тебя хоть какая-то польза. И у нас есть вернуться. Замечательно. Почему Алекс? Где Алекс вообще? Он же с тобой должен быть. Молоток-то можно было взять, ну... Господи, разделяют. Нам не просто так показывают, что-то будет. Там что-то мигнуло. Не знаю что, но что-то мигнуло. Плюс позади него был какой-то силуэт. Тоже не просто так. Кровь, кровь есть. Почему умер, непонятно. Нет, нет. Я честно, я не понимаю. Что случилось с Брэдом? Я бы понял, если бы мы его оставили на лодке, он там типа не умеет плавать. Прости, бедный мой братишка. Ну, как бы, я не слушаю его диалоги совершенно. Что-то со звуком. Странно. Ну, судя по тому, вот как он лежит, можно сказать, что он упал. Так. Но мы же видели, как он приземлился. Или я что-то путаю. Светает. У нас есть все необходимое. Это не Алекс. Или это Алекс? Кто неадекватный? Это конец? Что происходит? Ой, я надеюсь, это конец. Это будет вообще замечательно. Мы и призраков не увидим. Значит, мы разобрались, значит, все хорошо. Ну что? Попробуем. Сейчас по закону жанра не получится, да? Окажется, что еще что-то забрали. Что-то нам не хватает. И? О, да. Да ладно, серьезно? Ой, красавцы. Ой, это все, да? Это концовка. А как же вертолет? Это, видимо, одна из концовок. Но мы сделали все по красоте. У него все. Ну а какое может быть продолжение? Пираты все погибли. Все выжившие у нас здесь. Клянусь, я рассказала все, что знаю. Я не видела Брэда. Там был только псих в капюшоне, и все. Я просто хочу знать, что с моим братом. Он пытался нас спасти и вызвать помощь. Ничего не знаю о лодках, о навигации. Господи, только бы он был сейчас жив. Ну зачем я его отпустила? Подведение итогов у нас идет. Что случилось? Я что сложилось? Тут нашла вот. Да мы с вами вместе нашли вообще-то. Если бы я не выбрал, то не нашли. Давай наденем. Как тебе медовый месяц? Замечательно, да? По крайней мере, запомнится. А в общем, это, скорее всего, концовка, да? Все вышло замечательно. Я бы даже сказал... И? Будет обидно, если такая... Да не, 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 ну не может быть он живой. Единственное, непонятно, зачем показывают. Это, скорее всего, показывают второго, я уже забыл, как его зовут, который мне не нравился. Скорее всего, это лодка, то, что он мертвый. Да, да. Ты умер. Обидно, досадно, но ладно. Потому что, ну, мы этот момент тоже разбирали, почему так получилось.
Короче, я просто не ожидал. Неожиданно, но у нас финал. Походу. Все выжили. Почти все, да, финал? А почему мы не встретились ни разу больше с этим, с хранителем? Он же как-то тоже должен подвести какие-то итоги, как-то поговорить с нами. Нет? И? Ты мне ничего не расскажешь? Вот и все. Конец игры. Свободны. Ну, пока что. Ну да, скоро встретимся. Но вы всегда можете попробовать еще раз. Постараться добиться большего. Ага. Неплохая, да я так доволен. Попытка. Кто-то выжил, кто-то погиб. Все из-за вас. Ага. Из-за меня выжили. Удивительно. Когда опускается занавес, вы либо готовы к этому, либо нет. Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот. Решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Что ж, до встречи. Может, в Little Hope, а может быть, где-то еще. Но знайте, мы встретимся. Это неизбежно. Само собой. Полностью тебя поддерживаю. Игрушка, что можно сказать по ней? Потому что музыка будет играть, ой, не слышно будет. Игрушка получилась хорошей. Какая-то очень короткая, если честно. А он пырнул на этот джип. Вот, сейчас нам покажут призраков. Серьезно, я видел столько картинок там. Столько этих разных призраков. Вертолет, надо же. Значит, все-таки мы передали координаты, как-то где-то что-то досложилось. Два человека? Серьезно? Тут призраки, тут все это. Вы не в курсе ситуации? Противогазов у вас, я вижу, тоже нету. Я думаю, сейчас нам кого-то покажут. Ни с того ни с сего эта посудина прислала СОС. Прямо настоящий корабль-призрак. Я надеюсь, они не умрут из-за нас. Мы-то уехали. Но кто-то же должен быть в курсе, что они сюда отправились. А это что? Сейчас, если что, может быть страшно. Но в целом получилось такое лайтовое прохождение, потому что, ну, по факту страшилок не было. Это замечательно. Игра короткая, интересная. Я надеюсь, ну, мне создается такое ощущение, что концовка у нас всё-таки хорошая. Как человек, которого так пырнули в живот, может наносить такие удары и так замахиваться? Я сейчас видел кого-то в лесу. Кто бы там ни был, больше нет. Это тизер от следующего игры. Так, отлично, кто это там? Я сама все делала. Эндрю, помоги мне. Энджела, добро пожаловать в Little Hope. Да, дизряд следующую часть. Ну, наверное, уже вышла, я не знаю. Да вышла она. Будем в неё играть обязательно по этой части. Она, походу, страшнее будет. Все, да? В принципе, все я сказал. По мере прохождения все мысли озвучивал, больше особо сказать нечего. Игра хорошая, интересная. Проходи на другие концовки, как-то это, смысла нет. Общий сюжет, общую картину. По заметкам, по всему этому, по размышлениям стало понятно. Может, где-то я что-то не до конца понял. Но как бы такая интерпретация с моей стороны этой игры. Вот, что можно сказать. Ну все, наверное, в принципе, игрушка хорошая. Спасибо за
просмотр, надеюсь, прохождение в целом получилось достаточно интересным. Мне так, по крайней мере, игра очень сильно понравилась.